Всем привет, привет, привет! А у меня новые покупочки секонд-хенда, ну и поехали смотреть. В общем, немножко посмотрим блузочки, потом платья. В общем, вот такая блузочка. Она с вышивкой. Я очень люблю вышитые блузочки. А те, которые я покупала, они немножко должны подождать до лучших времен, а то я немножко подросла. А вот здесь. Поэтому пришлось купить новую. Это блузочка Zara, она катоновая, вот такая она длинная, на пуговках, пуговки такие малюсенькие, воротничок. Ну, в общем, такая практически классическая блузка, но она пошита вот таким образом. Вот, она спереди намного короче, чем сзади, очень клёшная, такая симпатичная. Носить, конечно, буду, потому что здесь как раз сейчас удобно в такой одежде ходить. Вот она вот такая длинная сзади и более коротенькая спереди. Это блуза Zara. Вот она у нас. Вот блуза Zara и размерчик у нас Элечка. Вот такая симпатичная блузочка. Ну, а блузочки я вам буду показывать с юбочкой. Юбочка такая купленная по случаю. Она черная, обычная. Даже не знаю, как показать лучше. Вот, вот так покажу. То есть она из обычной такой плотной, очень плотной трикотажной ткани. И по ней вот такие велюровые цветы. Это Есика, размер 40. Давно, кстати, ее не мерила. Купила я ее еще осенью, но с осени уже много воды утекло. У нас сейчас февраль. Ну, в общем, вот такая блузочка. Очень мне она понравилась. Купила я ее, стоила она 3 евро. Вот еще одна блузка. Тоже купила ее на секонде, тоже осенью, в один день вот с этой юбкой. Поэтому не знаю, сейчас хорошая она на меня или нет, не мерила. Но показать покажу. Она такая осенние цветы, черная блузка. Блузка из Шейн, вот. А вот, размер 38, европейский. А вот, видно, да, Шейн. Она такая синтетика-синтетика, такой прямо как ацетатный шелк. Или просто шелк такой искусственный. Захотелось мне таких, знаете, 70-х годов. Ну, в общем-то, купила. Ну, не знаю. Пока, конечно, я ее не надевала еще ни разу. Манжет здесь вот такой широкий, с пуговкой. Мне вот все нравится в этой блузе, кроме этих пуговиц. Пуговицы белые. Они немножко выбиваются из цветовой гаммы этой блузы. Я бы их, конечно, поменяла. Но блузочка тоже будет ждать лучших времен, потому что пока, я так понимаю, я ее носить не буду, ну, я померяю, не знаю. Она просто ровная, она такая, знаете, закрывает бедра. Такая симпатичная блузочка. На любителя, в общем. Купила я ее тоже за 3 евро. А юбка стоила 1 евро. В общем, вот такая блузочка. Цветы, конечно, потрясающие. Даже если носить не буду, то куда-нибудь запросто смогу использовать ткань, потому что сама расцветочка мне нравится. Такая осенняя. Такая золотая осень, такие цветочки. Ну, в общем, короче, вот такая блузка. Следующая моя покупочка, это вот такая блузочка в клеточку. Дико извиняюсь за то, что она помятая. Почему помятая? Висит в шкафу, знаете, там все у меня очень-очень компактно. Поэтому она вот такая не очень приглядная. Гладить, конечно, не стала. Во-первых, потому что только что обнаружила. Когда ее надела на манекен, обнаружила, что она вот такая примятая-примятая. Манжетик здесь вот такой, на резиночке. Здесь защипы на блузочке, воротничок вот такой, как в детском платье в моем детстве. Здесь она вот такая широкая, приширокая, она коротенькая, она не закрывает даже паховую зону, эта блузка. Вот, и сзади она у нас вот такая, на пуговке, и тоже хорошо присборенная. Блузочка мне очень понравилась. А вот я немножко избегаю носить такие вещи, но, тем не менее, мне понравилось. Я купила, не помню, то ли 2, то ли 3 евро, это Benetton. Ну, я хочу сказать, что эти вещи, которые я покупала, ну, кроме вот той первой блузы, которую мы смотрели, она, видно, немножко, ну, не новая, да? Она в очень хорошем состоянии, но она не новая. Но вот это новая, абсолютно новая. Она, по-моему, даже еще с ярлыком была. Но так как я ее стирала, купила я ее не прям сегодня, а некоторое время назад. Может, там в начале зимы. Ну, в общем, вот такая блузочка. Очень она мне нравится, прикольненькая. Под джинсы очень хорошо смотрится.
Вот. Следующая блуза. Блуза тоже такая, она из Лиоцелла. Она такая, такая вот она вся такая. Очень приятная, очень такой приятной расцветки. Она тоже с вышивкой. Здесь идет вышивка по рукаву. Я вам когда-то показывала эту блузу еще на столе, когда не было видно, как она сидит. Воротничок – это резиночка, она тянется, вот эта резиночка. Она на манекене как-то странно сидит, на мне она сидит хорошо. Это сейчас моя любимая блузка, я ее ношу под штаны все время. Я выхожу на улицу вот в этой блузке и в курточке, а потом курточку снимаю, потому что жарко невыносимо. Вот, она очень приятная, она очень широкая. Она вот такая совсем широченная, очень удобная. И это у нас блузка из магазина Carrefour, вот. Это Текс, это карифуровский бренд. И размер у нее 46-48. Я же говорю, она очень большая, но очень удобная. Рукав просто на резинке. А я люблю такой рукав на резинке, когда его можно подтянуть куда хочешь. Ну, короче, классная блузка. Ношу ее с удовольствием. Она ровная. Она здесь нет никаких вырезов внизу. Просто вот такая ровная блузка. Я ее долго не носила, долго не решалась надеть из-за этого воротника. Мне не нравился этот воротник. Но сейчас он как-то так хорошо лежит. Вот, и мне подходит. В общем, я теперь ношу. Ношу ее вот с таким платочком. Это натуральный шелк, натуральный шелковый платочек. На нем картина. Вот, здесь даже написано, что это из музея. Ну, картина из музея. Metropolitan Museum из Нью-Йорка. Я покупала этот платочек тоже в секонд-хенде. Он очень-очень-очень красивый такой весь. Короче, нравится мне. Если его развернуть, там видна картина. Сейчас я вам разверну, покажу, какая там картина. Ну вот, надеюсь, видно, да? Океан, здание, небо. Этот платочек я покупала в шведском секонд-хенде. Он был новенький. Он был в упаковочке. Такой весь прям красивый. Ну и, в общем-то, там была на картинке сама... Ну, в смысле, на упаковке. Сама была эта картинка очень красивая. Я такое люблю, такая... импрессионистская, я такое очень люблю. И цветовая гамма мне очень нравится. Покупала я его дорого, по-моему, за 8 евро я его покупала. Ну, 80 крон. Но ношу я его уже несколько лет и очень его люблю, этот платочек. Ну, а теперь юбочка. В общем, юбочка куплена была мною совсем недавно. Что-то она светлее, она вообще темнее. Она такого горчично-зеленого цвета, очень приятного. Вот в такие леопардовые пятнышки. Купила я ее за 1 евро. Зачем я ее купила? Я ее купила для того, чтобы немножко удлинить платье. Я ее там померила на рынке. Вот. Она у нас вот так, 50, по-моему, 2 сантиметра в ширину. И мне этого достаточно было бы, вот этих 52-52, если я ее разрежу на вот такие вот на три фракции, сошью, и у меня получится длинный красивый валан, которым я хотела удлинить свое домашнее платье. А потом принесла домой, померила, а она на меня такая свободненькая, хорошая, я ее уже даже 2 раза носила. В общем, пока оставила носить. Сейчас у нас леопард опять в тренде. Когда он был в тренде у нас, первые разы я пропустила, потому что я тогда даже и не показывая, какие змеи, какие леопарды, какие тигры, вы что, обалдели? Это вообще для меня было фи-фи-фи, фу-фу-фу. В общем, слушайте, а сейчас с возрастом ничего, таки леопардик зашел, и тигрик, и змейка. В общем, вот такая юбка, отдала я за нее евро, но я ее не спускала так низко. Она без опознавательных знаков, даже не знаю, какой это размер, кто ее выпускает, но юбка классная. Ткань здесь такая... В общем, внутри она вот такая, не знаю, видно, не видно. То есть довольно плотный такой тепленький трикотажик. Она такой, трикотаж такого типа, как мой костюм, на который мне отдала подружка. Я его перешивала, который из Страдивариус. И он такой змеинообразный. И мне еще удалось купить к нему еще одну вещь, которую я теперь не знаю, куда применить. Потому что мало купила. Была возможность купить еще одну. Но я по какой-то причине... Провтыкала и не купила. Ну, а теперь платье. Вот такое платье. Долго думала, брать, не брать из-за расцветки. Оно, как видно, такое бордовое. Тут голубенькие цветочки, лиловенькие цветочки, беленькие цветочки. В общем, расцветочка такая, в общем-то. Я вас умоляю. Но, тем не менее, купила. 2 евро оно мне стоило, это платье. Оно новенькое-приновенькое. Вот такой рукав в нем и вот такой манжет в нем. Здесь много-много резиночек, а на конце вот такой рюшечек.
Оно четко-четко моего размера, вот не больше, не нужно, не меньше. Вот оно, как обычно, покроено вот такими, ну, как бы стиль боха, да. Здесь вот оно идет отрезное под грудью, потом один такой валан практически до пола, вот, и второй валан, он уже более короткий. Платье длинное, я такое люблю, платье из магазина Lifties, сейчас я вам покажу, вот, и размерчик у него M. Кстати, платье очень мне нравится, оно такое, конечно, синтетика, но в общем, купила. Я такое люблю, думаю, если не буду носить на улицу, то я всегда его смогу носить дома, вот. Но оно должно быть хорошо и под катоновую курточку. Я еще не вынимала свои катоновые курточки, мне их нужно повынимать. Ой, потому что зима в этом году не удалась, пальто поносить не удалось. Воздуха свежего, холодного, прохладного тоже вдохнуть не удалось. Поэтому будем вынимать катоновые курточки и носить с катоновыми курточками. Ну вот, просто приложу блузку такого катонового цвета. Смотрится очень хорошо, мне нравится. В общем, как-то так получается. Ну а вот покажу, как смотрится с моей косухой. Я ее тоже еще пока иногда ношу. Я тоже покупала ее здесь у нас в секонде. Хотели за нее 10 евро. Но вот из-за вот этого пятнышка, которое было практически незаметно, а сейчас уже по истечении нескольких лет стало заметно, я ее купила за 5 евро. Иногда надеваю. Когда покупала, она на мне красиво сходилась, а сейчас она на мне сходится, но с трудом. Поэтому ношу ее, не застегивая. Ну, вот так вот платье я люблю такое носить. Ну и такой менее молодежный, такой более бабушкин стиль получился. Есть у меня еще вот такая курточка. Это натуральная кожа, тоже из секонда. Стоила она 10 евро, эта курточка. Вот, она такой, я не знаю, как во всем мире, но у нас в Испании очень знаменитого бренда, который называется Монреаль Меркадер. Они стоят немереное количество денег, если покупать в магазине. Но мне повезло. Вот моя, стоила 10 евро. Вот, ой, не знаю даже, как показать этот Монреаль. Вот он, Монреаль и Меркадер. И размерчик, даже не вижу, какой размерчик. Ну, размерчик, я так понимаю, то ли М-ка, то ли L-ка, потому что он такой, ну, не маленький, хороший. В общем, вот такая курточка. Ну вот, следующее платьице купила от жадности. Не знаю, буду носить на улицу или буду носить дома. Брала его новое. Новое, приновое, красивое. Оно из очень-очень-очень такого плотного, супер плотного трикотажа. Такой прямо совсем плотный трикотаж. Но это моя слабость. Это платье Smash. Господи, как же так показать, чтобы было видно, что это Smash. Вот, платье Smash, размер XL. Но это такая супер-супер маломерочка. Оно где-то между S-очкой и M-очкой. Ну, на меня, конечно, оно налазит, это понятно. Вот, но оно такое, знаете, по груди хорошо, в обтяжечку. И коротенькое, оно такое где-то на ладошку выше колена. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Ну, удержаться я не смогла. Smash, новое платье. Их же уже не выпускают, это уже такие модели, которые там продают, которые там остались, я не знаю от чего, от кого. Вот это у меня третье платье Smash, одно я упустила, оно на меня было совсем маленькое. Там был XS размер, но было очень красивое. XS, ну я не знаю, это на девочку лет 10, ну, вот, которая плохо кушает. В общем, вот такое платье, цвет изумительный, такой серо-зеленый, даже не сколько серо-зеленый, а сколько такой серо-изумрудный цвет. Красивое платье, ну, в общем, не знаю, посмотрим. Оно, как мне кажется, такое классическое. Может быть, когда-нибудь я его и буду носить, не знаю. А вот эта линия, здесь она, да, она идет вот так вот, как, ну, вот так вот она идет галочкой. Хорошо. Вот, вот такое платьице, мне нравится. Ну и, конечно, под косуху такое платье смотрится лучше, чем какое-либо другое. Потому что оно такое очень, очень молодежное, на мой взгляд. Ну, в общем, вот так смотрится оно с моей косухой. Ну и с катоновой курточкой тоже будет хорошо смотреться. Ну и мое любимое. Уже даже один раз выгуленное платье. Вот такой горох. Замечательное платье. Платье манго. Я такие платья очень люблю. Оно здесь... Воротник стойка, но оно без застежечки. Здесь вот это вот все заложено и застрочено в складочку. И складочка это идет вот до самого низа, идет складочка. Платьице
коротенькая, тоже где-то, ну, не на ладошку, может, чуть меньше, но коротенькая. Рукавчик вот такой, рукавчик был длинный, я где-то вот так его уже обрезала, переделала, потому что я не люблю длинные рукава. Почему длинный рукав? Потому что здесь довольно-таки немаленький размер. Здесь у нас размер элечка. Вот. А так как я по всем параметрам эмочка, сейчас, правда, некоторые изменения произошли, но все равно изменения же происходят в ширину, а не в длину. Поэтому как бы все равно я ношу эмочный рукав, эмочное плечо. Ну вот, там немножко в других местах элька, ну такое дело, дело наживное. В общем, вот такое платье. Платье меня покорило. Нашла я его вообще на этом, господи, на секонд-хенде, там, где все по еврик. Вот, просто аж удивилась. Я его долго рассматривала, думала, может, оно там где-то какое-то сильно поношенное, потертое. Нет, хорошее, новое, прекрасное платье. Почему за еврик, я даже сама удивилась. Вот, ну, в общем, вот так. Ну и, конечно же, ношу я его вот с этим пальто. Лень идти за розовым пальто, потому что и под розовое пальто хорошо, и под мое пальто Дезигваль. Просто это пальто рядом, поэтому показываю вам вот с этим пальто. Ну все, на этом на сегодня заканчиваю. Желаю всем всего самого-самого наилучшего. Надеюсь, напишите, понравились вам мои покупки в секонд-хенд или нет. Вот, ну все, до следующей встречи. Всех обняла, всем пока-пока-пока-пока-пока.